Красная площадь, 7 ноября. День рождения советского государства. Здесь состоялся военный парад войск московского гарнизона. На центральной трибуне мавзолея Ленина руководители коммунистической партии и правительства Советского Союза. Ракеты – главное и грозное оружие советской армии. Демонстрации москвичей открывают колонны физкультурников и спортсменов. Трудящиеся Москвы, как и все советские люди, вступает в юбилейный 50-й год советского государства, готовые к новым замечательным делам на трудовых фронтах пяти лет. Праздничное шествие трудящихся столицы вылилось в убедительную демонстрацию силы нашего народа, его безграничной преданности делу партии Ленина, делу коммунизма.